Полное описание и точная дата выхода 7 серии 4 сезона сериала «Балабол». 7 серия сериала выйдет на телеканале НТВ 24 сентября. 7 и 8 серия. Городской криминальный авторитет Михей становится заместителем мэра по коммунальному хозяйству. Ему теперь подчиняются все мусорные полигоны. Бригада Михея переходит дорогу людям бывшего зама, прежде контролировавшего эту сферу. Начинаются разборки. На Михея совершается покушение. Приходится вмешаться Сане. Маша что-то задумала, но скрывает это от кузнечика, чтобы сделать ему сюрприз. Напомним, 7 серия 4 сезона сериала «Балабол» выйдет на телеканале НТВ 24 сентября. Нравится сериал и ждете выхода новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.